Пьеса Николая Гоголя «Женитьба» зазвучала на сцене театра на ингушском языке. Премьера спектакля по мотивам знаменитого произведения состоялась во Дворце культуры Назрани. Постановка студии театра и кино «Барт». Дана Плиева посмотрела. Это сабрем, вы? Ну, что тут, а сына ждешь? Молодая, вы его цал? Одна из пьес Николая Гоголя, известного мастера сатиры и юмора, поднимает настроение зрителей с первых же минут. Все произведение писателя построено вокруг центрального события предполагаемой женитьбы Подколесина и его сватовства к купеческой дочке. Вот только уговорить нерешительного жениха задача не из простых. Ну а главная героиня Агафья непременно хочет жениха из дворян, чтобы подняться в обществе. И сватаются к ней, оказывается, несколько женихов. Правда, моральный облик девушки их волнует мало. В своем выборе герои пьесы руководствуются не чувством, а выгодой. Бабочка, тебе нужен экипаж хуар. Енен чудя, патрмарам полстя. А когда в итоге Качкарёв говорит о том, что это все подстроенная, это все фальшивое, что это не ее там. Вот они, женихи, разбегаются оттуда. И французского языка не знают, почему, для общества какого-то, да? Невеста не знает. А кому-то это важно. А ничего ценного они не хотят видеть перед собой. И не ставят никакой цели. Такой вот определенно высоких таких вот ценностей для них не существует. Роли Фёклы и Подколёсина разыгрывают ведущие мастера сцены Ахмед Евлоев, Адам Бузуртанов, Муштаз Азиев, Зульфия Кукурхоева, Рима Курскиева. А погружают зрителей в эпоху 18-19 веков декорации и костюмы. Если бы не было никаких костюмов, никаких, если бы они не смогли нормально показать, как сценарий Гоголя, то, я думаю, у него даже не получилось бы показать всю эту эпоху. Пропустить премьеру спектакля не смог и министр культуры региона Тимерлан Зайтов, представители регионального отделения партии «Единая Россия». К слову, спектакль поставлен благодаря их проекту «Культура малой родины». В рамках этого проекта в этом году сдано уже 5 спектаклей, постановок. Там и детский кукольный спектакль, и взрослые постановки. Вот последняя премьера, которую мы сейчас будем торжественно принимать, вот это вот студия «Барт». Женитьба не удалась, а все планы девушки разрушились, как карточный домик. Легкая и сатирическая пьеса о том, что брак без любви и ответственности крепким не назовешь. Лина Сычёва, Дана Плиева, Тамерлан Ужахов, Новости 24.